Американцы заплатили дважды за двойной экран российского айфона. Тем временем Google идет на восток. Корпорация Добра открыла кампус для прорывных проектов. Обновленный Android Wear заработал Wi-Fi и легче стало общаться со смайлами. Здравствуйте, в эфире телеканал 24KZ, новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начинаем с того, сколько американцы заплатили за российский iPhone. В два раза больше, чем нужно, и это еще не предел. На сайте по сбору интернет-инвестиций indiegogo.com открыт проект по запуску розничных продаж телефона с двумя экранами. Это второе поколение Yota Phone, детище российской компании Yota Devices. Прежде уже поступала информация, что компания ищет инвестиции для более уверенной экспансии своего продукта на западном рынке. На днях стало известно, что на Indiegogo стартовала кампания по сбору инвестиций на Yota Phone 2. При этом необходимая сумма была собрана всего за 3 часа. За первые 5 часов в копилке было уже 75 тысяч долларов, а ведь для запуска нужно было 50. На данный момент сумма уже перевалила за 2500 долларов США. Кампания продлится еще 2 месяца, и есть вероятность, что Yota Phone станет рекордсменом на этом сайте краудфандинга. Чтобы участвовать в проекте, надо инвестировать $500. Цена на аппарат в магазинах будет составлять 600. Участникам предлагаются бонусы в виде противоударного бампера на телефон или беспроводное зарядное устройство по льготной цене. Смартфоны Yota Phone были впервые выпущены в 2013-м. Второе поколение, как и первое, отличает от остальных умных телефонов наличие второго дисплея, сделанного по технологии электронные чернила. Корпорация Добра объявила охоту за начинающими бизнесменами на корейском полуострове. Google презентовала кампус для стартапов в столице Южной Кореи. Большой офис на 2000 квадратных метров открыт для новых идей и, само собой, для инвестиций в сфере высоких технологий. Кампус Google для стартапов расположился в прославленном после поп-хита районе Гангнам. Пространство помещения открыто и, по задумке дизайнеров, должно способствовать контакту между молодыми и успешными. Есть и кафе, в котором стартаперы будут отмечать подписание договоров. Особое внимание здесь уделяют проектам, которые предлагают женщины-предприниматели с детьми. Благодаря стараниям Google и местных специалистов сюда же направлен венчурный капитал из Японии и Силиконовой долины. Это уже третий по счету кампус такого типа. Уже функционируют площадки для стартапов в Лондоне и Тель-Авиве. Мы вдохновлены растущим числом стартапов и, конечно, действительно верим, что здесь стоящие высокотехнологичные стартапы встретятся с подходящими партнерами и инвесторами. Новая одежда от робота. Обновление операционной системы Android Wear выпущено компанией Google и уже доступно для скачивания пользователями для всех умных часов, работающих на этой платформе. Обновление 5.1.1 наконец пробудит чипы Wi-Fi в устройствах LG Watch, Urban, Moto 360, Sony Smartwatch 3 и Samsung Gear Life. Теперь умные часы могут взаимодействовать с другими устройствами не только по Bluetooth. Появится новый режим работы, черно-белый. Он позволит экономить заряд батареи на приложениях, которые должны быть активны все время. Будут поддерживаться некоторые жесты управления с помощью взмаха кисти. Вздохнут с облегчением обладатели больших пальцев. Смайлы теперь можно рисовать. Следящий за взглядом. Компания FOV представила прототип нового шлема виртуальной реальности. Отличительная особенность девайса – умная начинка шлема. Гаджет реагирует не только на положение головы пользователя, но и отслеживает движение глаз. Кампания по сбору интернет-инвестиций уже началась на сайте Kickstarter. В описании к прототипу значится: шлем FOV оснащен дисплеем с почти 6 дюймами диагонали разрешением 2560 на 1440 точек и датчиками для слежения за глазами. Они фиксируют отклонение воображаемой оси глаза с точностью в 0,2 градуса. Это возможно благодаря инфракрасным камерам, которые буквально смотрят, куда смотрит юзер. Ну и соответствующее программное обеспечение. Участники народного финансирования могут инвестировать $349 и получить шлем FOV ориентировочно в мае 2016 года. Впрочем, покупателям он достанется за $399. Есть вероятность, что, как и в случае с Oculus Rift, который купил Facebook, новинку тоже приберет к рукам какая-нибудь крупная компания. И тогда вопрос о сборе денег с миру по нитке отпадет. На этом все. Любой из выпусков проекта ProNet доступен в видеоархиве на сайте 24KZ или на наших страницах Facebook и Twitter. До встречи в эфире и онлайн.